Если ты школьник, и у тебя писклявый голос, или же ты просто не хочешь палить свой голос в стриме, то это видео для тебя. Итак, начнем. Для начала нам потребуются две программы. Это OBS и Morph Fox Pro. OBS нужна вам для того, чтобы вы могли стримить. А программа Morph Fox Pro нужна вам для того, чтобы вы смогли изменить свой голос. Для начала нам нужно запустить программу OBS и перейти к настройкам. Вот видите, здесь у нас микрофон, и здесь жмем на шестеренку. Потом жмем свойства. И здесь, где у нас устройство, ставим Screaming B Audio. Сначала у вас будет ставить Realtek, а нужно поставить на Screaming B Audio. Для этого вам нужна программа Morph Fox Pro. Потом запускаем программу Morph Fox Pro и выбираем любой понравившийся вам голос. Здесь очень много голосов, но каждый голос вам на вкус и цвет. Выбирайте, какой хотите. Я, например, выберу этот. Слушать я его сейчас не буду, так как он будет меня сейчас перебивать. Так, сейчас пока записываю через Bandicam. Да, но сейчас я покажу вам, как этот голос будет звучать через OBS. Пока что поставлю на паузу и зайду в OBS. Ну что ж, вот я зашел в OBS, и так звучит мой голос через программу Morph Fox Pro. Как вы видите, здесь очень много голосов, хоть можете сделать его грубым, хоть можете его сделать как школьник. В общем, делайте какой хотите, и можно даже поржать над друзьями, выбрать какой-нибудь голос. Ну, вы видите, что музыкальный голос звучит немного по-другому, но все же выходит прикольно. Ну что ж, если я вам помог, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте под этим видео лайк. Всем пока-пока!